Привет всем! Пятилитровый аквариум пока переехал немножко в другое место. Теперь он стоит не под кубиком 22-литровым. Вчера вышел из строя фильтрик. Кто смотрит канал, тут был такой прозрачного оргстекла китайский фильтр. Купил Сансан, и он оказался тоже Г. Вот послушайте. Рычит. В китайцах это лотерея. Ну, пусть будет так. Стекла пока не чистил, градусник валяется. Подзаросшее такое. Вот. Тут тоже будет Петрович. Ну, как будет? Он тут есть. Вот он. Это другой уже. Капец, стекло грязное. В общем, он обживается, сегодня первый день. Посмотрим, может быть, водное растение, вот это надводное, повытягивает всякие нитраты и прочее, и что-то стабилизируется. Завтра почищу стекло. Вот. И будет почище. Почищу стекло, и будет почище. Вот такой вот каламбур. В общем, все это выглядит вот так. Фильтр рычит, но главное, что фильтрует. Вот. И заметил, что вот эта вот пистия, она не любит течение. Забрал себе в 200 литров, так там ничего не прижилось. Там буквально, может быть, 2-3 розеточки плавает и все. Тут вот течения сильного нет, она приживается. Сейчас пойдемте, я вам покажу 22 литра. А что там? Так, вот 22 литра. Сейчас надо сделать освещение на 100%, чтобы не мерцало. Так. Значит, что тут? Также обрастание. Сегодня был на рынке, соответственно, купил еще и эхинодорус сюда. Что, как же без покупок. Петрович со своими дамами тут все нормально, как бы немножко дружит, иногда гоняет их, и они друг дружку гоняют. Только что их кормил, вот они вместе кормежки пасутся. Значит, что тут по аквариуму? Тоже есть обрастание, вот смотрите, есть шикарное обрастание. Сейчас надо резкость навести. Вот какие. На Валиснерии также есть трубка, заборная фильтра как заросла. Вот. Подобрал такое вот растение, посадил его, посмотрим. Может быть, какие-то корни пустят. Так, ради эксперимента. В общем, буду сюда добавлять потихоньку каких-то растений, посмотрим, что из этого выйдет. Будут ли обрастания дальше, или же они будут выедать эти все излишки. Света вроде немного. Светильник на 60% я включаю. Но все равно обрастание есть. Вот. Кто говорил, что Петрович всех повбывая? Нет. Все живые. Все нормально. Даже креветки тут есть живые. Оказывается, желтые креветки. Их в Малинезии в прошлый раз не всех скушали. А вон одна креветочка. Вон она. В общем, такое состояние кубика. Добавлю сюда еще какой-то красные растючки на следующей неделе. Вот, пока недельку понаблюдаю, посмотрю, что будет. Как эхинодорус приживется. Может, он посбрасывает листья, может, нет. Посмотрим. Кстати, напишите, что это за порода эхинодоруса. Не знаю, не разбираюсь. Вот. Как-то так. Вот такие вот на данный момент события в аквариумах. Поэтому с вас лайк, комментарий, подписывайтесь. И всего хорошего, хороших выходных.